настоящий подводный охотник. Смотрит вдаль. А я уже вышел. Какого ты перепуга, ты должен выйти, если я волнуюсь. Стою уже полчаса. Там делать нехрен совершенно. Я не знаю. Я волнуюсь, смотрю. Ну вот, море волнуется, и ты волнуешься. Ты постоянно вот так себя кидает меня. То уплыл куда-то, то пропал, то вообще вышел. А ты видел, как за мной гонялись эти... спасатели? Нет, я сказал, что ты... Нет, ты... я вышел в море, я уже доплыл до камней. Они на двух лодках примчались. Да ладно. Да. Я сказал, что ты my friend, спортмастер. Ну вот. Спортмастер фридайвинг. Они погнались за мной, приплыли. Я им показал знак, что о, окей. Они вокруг меня покрутились и ушли. Ты, молния какая сверкнула сейчас, ё-моё, не успел заснять. Вот и я, Лёха. Точно. Пошёшь на моей жизни, ладно? Ага, обязательно. А мы были стоя в прилив в нем. Понимаешь, да? Угу. А? Да, понимаю. Ходили за вот этот остров дальше. Взяли попугая и горбыля маленького. Это похоже Будда. Там остров. Шеф, я договорился о лодке на 3 часа за $60. Можно завтра или послезавтра. Таким известием встретил нас, возвращавшихся с рыбалки, на скумбрию и чемоданы. Саня, может завтра отдохнем? Денек сегодня был нелегким. Нет, давай завтра. 3 часа охоты без учета дороги и подготовки, продолжал чемонада. Но если дольше, придется доплатить. Ружья зачехлите и не афишируйте охоту. Хорошо, но мы ходили в полицейский участок с вопросом про охоту, и нам официально ответили, что спеерфишинг разрешен за границей реки Хикадуэ. Хикадуэ у нас парк. Все равно не показывайте. Хорошо, пошел собирать патос. Раньше даже не доставал свое ружье, не было никакого смысла. Брал Сашкина. Утром вышли в 11:00 с нашего пляжа. А сегодня выходим на подводную охоту. Рядом с треком, затопленным кораблем, есть камень. Возле этого камня Сашка видим большого каранца на 30 килограмм. Вот надеемся его взять, если получится. Может поменьше какого-нибудь. В общем, будем брать все, что попадется, все, что шевелится. Кушать просто нечего, потому да, что... кушать нечего. Ни вообще нам, ни местным. Местные тоже заказывают рыбу. Креветки. Вот, вот наши местные. Командиры. Вот, вот. Our friend. Вот все, так. Да? В общем, выходим. Через, я думаю, полчаса будем на месте. Можно хотя, гасить? Конечно, лодка сегодня не быстрая такая. Да и не надо. Ты главное доплыть. Банка, у которой заприметили рыбу, в 7 километрах от Хикадуба и в 2 километрах от берега. Рядом, в 400 метрах, рек, на который мы позавчера ходили с русскими дайверами. Обломки танкера, век назад налетевшего на банку, нас не интересовали, и мы сразу подошли к банке. Вода все равно мутноватая, видимость до 10 метров, глубина мористей банки за 15, рыба есть. Наполеоны, групперы, мурены, макрель, черепахи, как и везде. Сашка встретил каранца на 30 килограмм, я на 15. Двум лодочникам я указал по карте место река и мористей банку. Шли минут 40. На реке оказалась лодка с дайверами. Рек нам не нужен, встаньте за банку. Там большие волны, нас перевернет. Какие нафиг волны, почти штиль. Ребята не реагируют. Достали спиннинг и ходят туда-сюда, изображая рыбалку. Дождавшись ухода лодки, встали на ее место. Встаньте за скалой, нам туда. Нет, вылезайте тут. Ничего не оставалось, вылезли и пошли на ластах. В этот раз было небольшое течение, и дойдя на ластах за скалу, пришлось восстанавливать дыхание. Разнырявшись, встретил приличную макрель, но стрелять не стал. Каждый выстрел заморочил минут на 10, а нацелен был на крупную рыбу. Обныряв с полчаса места за скалой, я ушел еще метров на 100 мористия. Нырнул к краю большого камня на дне, и тут из-за него выходит большой каранц, проходя от меня в 3 метрах. Выстрел был точным. Рыба рванула в глубину, я медленно пошел наверх, тормозя катушку барашком.
метрах в трех от поверхности барашек старой катушки еще от таитянского ружья зажало, и рыба потащила вниз. Открутить барашек я не смог, удерживая всеми силами вырывавшееся ружье. Поборовшись с рыбой еще минут 10, которые мне показались получасом, почувствовал, что каран стал слабеть. Пришлось понемногу выбирать кинь руками, бросив ружье. Подтянув рыбу и высыпив ее, посадил на кукан. Ура! Победа! Поднимаю руку, машу лодочником, никакой реакции. Видят, но не реагируют. Пришлось тащить улов на ластах, временами подзывая лодочников. Ближе к лодке боковое течение усиливалось из-за подъема дна, и пришлось грести изо всех сил. За 100 метров от лодки лодочники стали изображать попытки завести мотор и сняли с якоря. Скинув рыбу в лодку, я с трудом забрался на борт и понял, что здорово вымотался. Почему не подошли? Мотор барахлит. Где Сашка? Вон, перед банкой. Завели мотор и подошли к Сашке. Видишь, далее лодка идет на это место. Залезай, надо уходить, сказал долговязый лодочник. Мы вошли в воду в 12:30, сейчас 14:00, у нас еще полтора часа. Вылезай, надо уходить. Сашка вылез. Тем временем проходящая лодка ушла вдаль, а наша направилась назад. Куда это мы, спросил Саша. Идите к банке. Молчат и продолжают ход. Ладно, коли идем назад, по пути недалеко от виллы большой камень, в 800 метрах от берега. Мы там не были, давайте доныряем полтора часа там. За отдельную плату. С какого-то перепугу. У нас осталось время, пошли туда. Молчат и идут назад. Давай не будем им платить. Договаривались с чемоданом, и мы заплатим, удержав часть. Правильно, 15 тысяч рублей и не больше. Проходя мысль нашего пляжа, лодочник что-то крикнул местным. К нашему пляжу подошли с его дальней от виллы стороны. Не доходя 100 метров от берега, рулевой стал нарезать круги у линии прибоя на максимальной скорости с минимальным радиусом. «Что это ты делаешь?» – улыбается и молчит. «Наверное, они рассчитывают ввести нас в транс, когда мы будем готовы отдать все за выход на твердь. Да сколько угодно, скорее им поплохие. Или ждут, когда местные подойдут?» «А вчерашние рыбаки, когда ты лежал в носу лодки, интересовались благосостоянием твоей семьи. Много ли можно получить за поиск тела, когда отправят тебя на корм рыбам? Есть ли на мне еще что-нибудь золотое, кроме кольца? Хотя это, наверное, они шутили. Видно, все они тут юморят». Вскоре лодочнику-юмористу надоело или стало плохо, и он вывел лодку на песок. Собрались местные. «Давай деньги», — сказал долговязый лодочник. «В чемонаде». Местные направились к нашим мешкам. «Это ган?» — спросил один, пытаясь открыть чехол. «Не трогай, эквипмент». Сашка взял мешок с рыбиной, которую еле поднял, хвост наполовину торчал наружу. Я, груза и все остальное. Тащить было далеко, весь пляж 200 метров. По пути нас сопровождал, помимо местных и долговязого, требовавшего денег, здоровенный варан, больше метра. Вышли к шоссе, скинули груз. «Довези 400 метров за 100 рублей», — обратился я к стоящему тук-тукеру. «Садись. Сейчас притащу вещи». Притащили. Тук-тукер ехать отказался. Сашка взял рыбу и пошел по шоссе домой. Местные окружили меня. Долговязый хватился за чехол, требуя денег. Я договаривался с чемоданом, ему и заплачу. Я силой оторвал его руку. Собрав вещи, добрался до нашей виллы. Долговязый уже стоял на часах у входа, но входить не стал. Вернувшемуся чемонаде я рассказал о наших претензиях и готовности заплатить 15 тысяч рупий вместо 18. «Ты, конечно, прав, но мне придется тогда платить свои деньги». «Ладно, хрен с вами». И мы выплатили чемонаде все 18 тысяч. Чаевых от нас не дождется. Радость от пойманного монстра нас успокоила, и Сашка отдал чемонаде половину филе. Из головы варили суп в здоровенной кастрюле по частям, переворачивая торчащую из кастрюли часть. Оставалось 3 дня, я рассчитывал завтра взять еще Наполеона в камнях недалеко от нашего пляжа, но, видимо, отравившись водой еще на рыбацкой пироге, заболел животом. Сашка оставшиеся дни плющился на пляже, я же варил рис и боролся с температурой в 39,5. Эта рыба весит минимум 30 килограмм. Я еле отрываю от этого. Рыбу мы застрелили так, я ее увидел. Сначала мы были без ружья, с дайверами ездили, запретили нам ружья брать. Она прошла 2 метра от меня, 100% выстрел. Уговорил Леху ехать к этому камню через 2 дня. Поехали, наняли местных, приехали, и Леха первый нырок практически ее шлепнул. Чаёк мне очень понравился. Написано с корицей, но там никакой корицы вообще не, и близко нет. Не ощущается совершенно. Я не понимаю, почему он называется коричневым. Лимончиком. Попробуем этот заморский деликатес. Наши гребешки вкуснее, мы с Лёхой считаем на порядок.
наши гребешки. На то они наши гребешки. Что у нас все лучше. Это Россия. Это Россия. Венца. Наливайте. Пожалуйста. Огромную такую устрицу расковырял. Думал, сейчас как наемся, тут кусочек говна. Моточек черный какой-то, говнище. Короче, если бы не бутылка вина, вообще никакого удовольствия. Вообще. Атас! Эх! Вот так, электричество пропало, все, как трандец.